Этой неделе по всей стране объявлены нерабочие. Фитнес-клубы, салоны красоты, кинотеатры – абсолютно все закрыто. Под запретом и массовые мероприятия. Однако гостей одного из ресторанов за Свияжье эти ограничения не остановили. Вечеринка в честь Хэллоуина закончилась, когда в зал нагрянула полиция. Гостей в таких костюмах ряженая нечисть точно не ожидала. Отдыхающие покидали ночной клуб даже через окна. Полицейскими установлено 88 участников незаконного мероприятия, из них трое несовершеннолетних, которые были переданы законным представителям. На родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы. Полицейскими изучаются изъятые видеоматериалы с места происшествия. Проводится проверка для дачи оценки действиям участников мероприятия в части нарушения норм административного законодательства. Организаторам закрытой вечеринки может грозить солидный штраф до 1 000 000 рублей за нарушение закона.